Хейо, гайс, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands 2. Так, короче, я ж чего-то не забыл о внешнем виде нашего персонажа. Сейчас оно провиснет немного. Поехали, облик. Фиолетовое сердце. Давайте сразу облики вот так... Как их отметить? Тендра. Тондер, взрывчатка. Вот, кубач. Это из, если что, вот это. То, что мы получали. И ястреб. Это у нас шлем. А где последнее? Что, блядь? А где голова? GG, что сказать? Мне голову не дали. GG! Алло, ублюдок, где голова? Короче, классно. Что должно быть за голова? Голова Стива должна была быть. Но, как вы видите, что-то пошло не так. Что-то мне решили... Иди-ка ты нахуй, мы их у тебя ничего не дадим. Классно. Пошел, блин, получил. Да, не... Ну, блядь, мне... Сколько, 12 у меня их? Так, ничего, есть жетончик. Урон, 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 шанс, скорострельность. Так, заданицы. Котел. Ло, приятель. Либо покупай, либо вали отсюда. Да заткнись ты. Дробовик, что ли, взять? Так, не хочу ничего брать. Что это? А, это место в, на складе. Ну ладно, давайте собирать тогда на пистолет еще одну прокачку. Да, я расстроился, алло. По-вашему, это прикольно, типа, что мы с вами выполнили, получается... Ну, не выполнили, да, а пасхалку нашли, убили бешеных. Ну да, это, конечно, не сложно, но все же. Нам только дали внешность, ну, именно костюм. А голова... Или голова что, только у этого, по идее? У Зера? Ну это как бы не круто. Это вообще не круто. Это отстой. Как бы выразился скутер. Что-то вон горло попало, блядь. Взять записки Каем. Эридийный мор. Ну, если это эридийный мор, значит здесь должно быть дохера эридия. Как-то так. Я хочу эридий. Так, у нас еще тут две точки с заданием. Давайте за точками съездим. Мы с ними разберемся. Сколько опыта? А, нормально. Я понял, 12 опыта, какого хера? А изи. Изи. Да я же здесь машину видел, нет? И не вот эту, другую. Ладно, показалось. Галёники с кем не бывают. Нифига тут миссий. Вчера я мало с
думать обо всех своих недовольных покупателях. В общем, я отправил им компенсацию. Не знаю, о чем я думал. Достанете чеки из почтовых ящиков, прежде чем автопочта разошлет их по адресам. Поторопитесь, их могут отправить в любую минуту. Роботы против взрывчатки. Смешно придумали. Все? Сезам, откройся, нет? Жизнь нет. Подожди, служба доставки снова же. А, котел. Так это... Я хочу не просто украсть бомбы Белозубов. Я хочу сбить с них спесь. Ты поднимешь наши флаги над их лагерями в котле Белозуба. И мы покажем людям миномета, кто тут круче всех. Подожди, давай я сначала раскрою карту, чтобы я знал, куда я хотя бы еду. А то буду круги наворачивать, и все. Я понимаю, что здесь все равно жопа происходит. Обстановочки. Да, я еду. Зачем я еду? Минус машина, если я упаду! Так. Давай. Я не хочу машину терять. Я ее взял под кредит, алло. Нет, нет, нет. Мы с тобой не дойдем до конца, я понял. Вот там невозможно выехать. По лаве он точно не поедет. Это я уверяю вас. Хотя, вот там есть проход. Слушай. Блин. Как бы так заднюю дать, чтобы... Ты не улетела. Тихо. Нет, 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 нет. Все хорошо. У нас еще и у нас еще есть с тобой шанс выехать, машиночка моя. Ну, надеюсь, ты летать умеешь. Why? Why? Tell me, please, why? Why you didn't this? I jumped on the car. Гидеон надеется, что вы усвоили урок. Нет! Мы будем не против, если вы повторите свою ошибку еще пару раз. Машину верните, твари. Для верности. Ой, боже мой. Нахера так делать? Что-то они какие-то странные. Харкается жижей. Некрасиво. Грязно играется. Начни только выполнять эту миссию. Подожди, точкоматик наш. Так, я еще не фул карту открыл. Едем сюда.
Осторожно едем. А, то есть мне вниз все равно, да, нужно? Давайте вниз упадем. Кладбище шрамов. Что-то там выпало, но я это подбирать не буду. Хорошо, здесь есть подъем. Ну, как я понял, у меня вариантов немного, да? Ну, эта зона закрыта, ладно. Только здесь у меня открыто. Давайте тогда смесь... Подожди, а где у меня? Чик-чик-чик, вот это. Там, в той локации. В той локации сердце пустыни. Угу. Убить себя. Мы едем в гости к бабушке. Я заплачу тебе за самоубийство. Я выбрал для тебя отличное местечко. Не хочешь? Тогда звони на гиперионскую горячую линию для самоубийц и ничего не получишь. Но если нужна награда, прыгни с этого обрыва и стань моей шестеркой. Не спеши, подумай. Подожди, я же другое выбрал, разве нет? Мы едем в гости к бабушке. Мне нужна твоя помощь. Я знаю, что ты думаешь, это ловушка, не слушай. Но речь идет о моей бабуле. Я построил ей домик в Иридиевом море. Пожалуйста, навести ее, проверь, все ли там в порядке. Да, не ради меня, ради нее. Так, хорошо, и следующая у нас служба по... Все. И следующая служба... Служба... А, я туда же заехать не смогу, алло. Не, конечно, если я смогу сюда залезть... Ну, все. Не могу залезть. Значит, служба пока не туда. Поехали выполнять поручение Джека. Да, я понимаю, что это херовая идея, типа... Она ебёт. Он же враг. Но босс даже главный. Ну... Камон. Камон. Что-то... Подожди, я там... Я там был или нет? Вот это, заезд. Кажется, я там не был. А. Да. Добраться до дома бабушки. Собрать цветы. Вам берем на обход. Это дело. Так, а внизу я был. Вот тут. Ладно. А, как мы можем попасть с вами? Здрасте. Здрасте, здрасте. Мы из компании Oriflame, блядь. Все-таки можно было сюда заехать. Блин, там херня, что врата. Привет! Я не хочу тебя убивать, что немного странно. Мне нужна твоя помощь. Ух, мне нужно имя. У людей есть имя. Привет, я робот. И мне это не нравится. Ты поможешь мне стать человеком? Может быть, я не ношу одежду, но вижу, что люди носят много одежд. Ты добудешь мне одежду вместо бандитов. Я надену много одежд, я стану лучшим человеком. Окей, я помогу тебе. Стать человеком, чтобы другие дискриминировали меня на основании моих физических или умственных качеств, с которыми я родился.
Но сначала, подожди, я должен понять, почему врата закрыты. Там мы сейчас совсем справимся. Вот почему вот здесь закрыто. Карта, что по карте? Так, там есть участок неисследованный. Поехали. Так, хорошо. Участок открыт. Я хочу открыть полностью карту, чтобы потом мы не маячились, не искали проходы, переходы. Лучше сразу все найти. И не мучиться с этим. Ты не заедешь, да, туда? Жаль. Ладно, давайте пробежим. Труба, труба. Там дырка? Это на входе, да? И без здесь заданий. Настоящий мальчик, одежда. Настоящий мальчик, это, ребята, отсылочка может быть к Пиноккио, когда деревянный мальчик хотел стать живым. Давай. Вы сейчас подумайте, что я, блядь, придумал, что я сейчас делаю. А я пойду, короче, в ту дырочку прыгну. На машине. А, держу в курсе, это не дырка. Держу в курсе, меня наебали. Плохо сыграно. Быстрое перемещение, чтобы не тратить время лишним. Сука. Ручки мои затекли. Ну лучше... Подожди, как? А я все равно хер, да, начну оттуда. Ладно, давайте тогда выбираем. Мы едем в гости к бабушке. Бабушки. Только мне теперь машина нужна. Которой у меня нету, конечно же. А где в машину все теперь? У меня жопа горит. Есть немного сейчас такое, потому что мне что-то жарко, а когда мне жарко, мне жопа горит. Понятно, что дело, что в жопе, да, типа жар. Поэтому тело нагревается, ясно же дело. Пепел с вулкана падает мне на лицо. Не, здесь на машине только нужно ездить. А чё я думал, что там дыра, алло? Что это за обман визуальный? Визуальный обман. Офигел. Офигел. Так, кажется, здесь дабл проезд. Да, здесь. Так, там закрыто. Подожди, пока не пуляй. Не мост нужен. Ладно, проедем здесь. Там был подъем, я помню. Здесь слишком много камней.
Так, это оно? Там. This? Oh no. И что-то не понял. Не понял юмора. А, это в то место, где я сгорел стоять. Сейчас мы же верхушку открыли. Да, открыли. Значит, едем сюда. Открываем локации. Так. Как легко убить врагов? Просто взорви их. Так, чувствую, здесь придется машину немного оставить. Я ж миссию профукаю. Ни хрена там машина убийства. Нет, 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 нет. Ты должен был умереть. Ладно, дробовик в помощь. А, так... Против вас дробовик вижу хороший. А подожди, а поскольку ты патронов пуляешь? Не слишком я вижу экономия, да? Чем я сюда пошел? Алло, как мне к тебе попасть? Алло, бабушка. Как мне попасть к тебе? Что-то слишком заморочили все. Делай это. Что, вниз мне прыгать? Что-то я не врубаюсь. Я не понимаю расположение немного. Чё-то я вообще не понимаю, где я нахожусь. Куда мне идти? Я заблудился. Я заблудился. А как мне к бабушке попасть? Вот проход. Как мне туда нужно было попасть? Надо в купель. Просто мы целую локацию бегаем по бегушке, заебись. Даже ни одной миссии не выполнили. Я думал, в этой серии хотя бы апнемся. Ага, хер там. А бегай давай-ка, мне говорят. Ладно, сейчас тогда... Просто дальше побегу, да и все. Не, а в этой мы хотя бы должны одну миссию выполнить. Там побежали. Хотя давайте машину заберу хотя бы. Без машины. Затея херовая. Тачка нужна, тачка нужна. Здоровья, щиты! Налетай, покупай!
Продать. Фигня. Я понимаю, что я могу сейчас выполнить легко миссию, где нужно спрыгнуть. Так. Там цветок. Ну, побежали. Нам на машине не заеду. Ну, типа, Джек говорит, не бойся, это ж не ловушка. Что-то мне кажется, это не так. Да если что, я вниз просто спрыгну, да и все. Ну, вот это оббегать. Убить тех, кто напал на бабушку. А так 15к урона. Бандиты убиты? Да, ладно, ладно, хорошо, боже. Я надеюсь, что все в порядке. Заглянуть к бабушке. Где там дверь? А здесь? О. Подожди, а как мне войти? Где дверь? А где его дверь? Гараж. В номера! Я чувствую боль! А то это что? Рыбка? Пистолет? Слушай, мне кажется, тут твоей бабушки нету. Джек. Электротопор бабушки. Ой, боже мой. Прости, не успел. О, боже мой. Слава богу. Я боялся, что тебе удастся убить этих бандитов, прежде чем они убьют мою старую бабулю. А теперь мне даже не нужно платить им. Спасибо тебе. Служба поддержки. Может, службу поддержки все-таки выполнить? Блин, я просто туда хер попаду. Просто минус только в этом. Настоящего мальчика можно выполнить. Понятно, что Джек нас и так обманывал, блядь, но ничего там не было ожидаемо. Спасибо за помощь, но мне все равно придется тебя убить. Спрыгнуть, получить, кстати, его шестеркой. Ну, это плюс деньги, плюс опыт, плюс это дополнительная миссия. Там придется на своих двух бежать. Нужно было там спрыгнуть. Ладно, ладно, побегу на своих двух, все равно там пойдем в локацию, там где нужно сходить будет. Это все нормально. Сейчас быстро здесь найдем рубашку, одежду, входим в другую локацию и все. Там выполним, где Брик вот так говорил. И там, где нам нужно спрыгнуть. Я
вот и турель! Еще один убитый с турелью! Ой, цветок, цветок! Давай подальше от цветка отойдем. Подожди, сейчас я к тебе вернусь. Это у нас что? Еще одна локация? Я буду богат! Когда все плохо, надежда есть. Сделай усилие. Кнопка. О, ни хрен. На себе. А, это где вот это задание с Джеком, что ли? Прыгнуть? В доме входа нет. Ту-ту-ту. Сделать или не делать? Ну, смотрите. Он говорит, типа, если я спрыгну, он мне заплатит. Скорее всего, он заплатит мне Ридим. Ну, слушайте. 12 штук это неплохо. Похоже, ты убил себя. Приходи за наградой, и я заплачу тебе. Но минутку. Что бы ни произошло, я хочу, чтобы ты помнил одну вещь. Ты продажная шестерка. Ты убил себя, потому что... Так, служба по поддержке, настоящий мальчик. Заплатил тебе. Настоящий мальчик у нас где? Очень далеко. Так, не рога. Избранный. Куда мне теперь нужно? Ты мой. Так, подожди, мне нужно сюда еще сходить, посмотреть, что там. Ну, в принципе, это можно сделать в следующей серии, да? Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.